Всех приветствую. Это, короче, просверлил я отверстие в основной части съемника под губки. Стал, короче, я сверлить губки, а их сверла не берут. Есть у меня сверло там R6M5, типа я брал карбид вольфрама или как он там сверлить сталь. Ну, сверло сломалось и осталось при самом конце, а при конце видно нема той заявленной крепости, то нечем и просверлить. Так что сейчас я отпускаю металл, это сталь губки эти, что будут к валу прижиматься. Ну так сталь крепкая, не это. Сверла, короче, не берут, а сверла нема, где взять у нас тут в селе нормального притом. Так что баллон он газовый недавно купил за 85 рублей белорусских с заправкой. Шланг был у меня и такую горелочку купил за 7 долларов. Брал древесину обжигать, но пригодилось и в другом деле. Куда малым пламенем этого их грелок закоптились, черные стали. Ну и шо про труп потом. Нагрею их до красна, да? Это. Хай остывают висят. Может отпустятся, так просверлю. Закалят даже и не буду, наверное. Чтоб когда буду зажимать на валу, так не лопнули. Напор хреновый. Открыл баллон до упора. Сейчас побачим. Троху нагрелись. Сейчас слюна даже не отскакивает долго. Бляха. Давления в этом баллоне не хватает, да? Чтоб пламя было более такое. Это грелка кабана смолить, наверное. И то пламя в бок выходит, бракованную подсунули. Где тут максимальная температура на струе, наверное? Где сильнее огонь будет, да? Проволока, то быстро цинковка нагрелась. А это сталюгу эту прогрейся. О, уже нижняя троху цвет поменяла. Копоть черная слетела, значит греть-то начали. Сверлить по краям в основном, на края греть. Хотя емкость одна забирает все тепло. На улице минус один сейчас. Хотел вообще в грубку кинуть. В котел. Да думаю, газом прогрею. Раз погляжу, не выйдя толком газом, так в котел занесу, положу, да и все. Там никаких забот. И газ целей был бы. Да. Ну, для того я он покупал, чтобы работать. Да не стоял, да. Опся, ёпся. Перегорела проволока. Опся, опся, бляха. Ну и что теперь делать? Ты руками не возьмешь. Ай, лежись на маленьком огоньку. Ну куда? Во, поджал.
дыхание попасть. Ай! Вот зараза. Это, кажется, алюминина перегорела и упала. А я пальцами хапанул. Видно его на пальцах. Отпечаток остался только на трех. Я думал, это так алюминий валяется. Да хотел им слюну на губку. Поэта. А тут что у нас? Это алюминина переплавилась. Сейчас я загну. Да повешу опять. И думаю, что это проволочина этого железная так легко не переплавилась бы. А тут целена хоть и упала. Ну что, уже троху шипять будем гореть наши. Побачу, нагрею сколько. Вроде бы и сверху огонь особо не попадал, а перегорело алюминина. Проволока плавится начала. Или то цинка блазит, только цинкованная. Это пламя, наверное, попало он на проволоку и переплавило. Не заметил, что попало. Это и хватанул этот кусок, раскаленный пальцами. Ничего, кожу только присмолил. Она у меня сухая, так поверху припеклась, блин. Да в пыли, так повезло. Если бы чистые руки были, так припек бы, а так пыль помешала. Блин. А сверху вниз поставить, чтобы на алюминий не попадало. Такую болванку прогреть еще. Уже шипело, еще троху погрею, да. Думаю, нормально будет. Отпущу, а завтра уже просверлю. Да буду и шруса снимать. Может, еще отпущено и лучше будет, то что стал бы зажимать, да взломал бы, да. То что сталь хрупкая. Надпилил так под углом и зубилом отбил. Еще минут сколько погреем, да и хватит. Так вот по длине надо, так не будет и язык пламени пропадать.
троху побелели. Думаю, достаточно, наверное. Сколько там у нас на баллоне? 0,7 атмосферы. Сначала баллон закрываю. Сейчас травится газ, давление. Все. Ну, догорай. Сейчас сошла на... Куда его положить, гараж это? Это сюда на стол положу. Аккуратно. Вот, хай так и лежит. Думаю, съемник неплохий, то получится у нас. Осталось губки этой просверлить. Проблема. Как-то я раньше робил станок для блоков делать с цемента, то просверлил такую самую сталь. Это совсем какая-то крепкая. А ну плюну. Шипит слюна. Сильно не прилипает, значит, добро нагрелось. Все, хай остывает. Троху уже почернели, посинели, значит, отпустила их малость. Завтра остынуть уже. Так завтра просверлю. Да буду машину строить. Ладно, всем удачи. До свидания.